Чтобы получить помощь от опытных и внимательных врачей университетской клиники Казани, нужно стоять в утомляющих очередях. Более того, уже совсем скоро высококвалифицированные медики примут первых пациентов у них на дому. Обо всех подробностях нововведения униклиники расскажет Аделя Шамилова. Маломобильная группа населения, как никто другой, нуждается во внимании медицинских работников. Так что вот-вот опытная и одновременно заботливая бригада медиков университетской клиники «Казань» начнет на регулярной основе посещать представителей данной группы населения. По определенному протоколу действий они будут заняты этим весь день и фактически будут заниматься только этой работой. От неусыпного взгляда врачей не скрыться и пациентам с тяжело переносимыми травмами. Так что лечение они смогут пройти по последнему слову медицины. Несмотря на то, что практически не появляются в стенах клиники. Немаловажно и то, что активное участие в оказании данной медицинской услуги примут студенты Казанского федерального. Причем не только студенты медицинского направления. Очень надеемся, что у нас будет плодотворное сотрудничество с Институтом педагогики и психологии. Именно в тех аспектах, которые затрагивались ранее. По словам главврача, нормирование рабочего времени медицинского персонала пока что только составляется. Режим работы медиков будет полностью зависеть от потребности маломобильных пациентов университетской клиники. Остается лишь отметить, что переоценить социальную значимость данной услуги попросту нельзя. Ведь не все категории больных способны самостоятельно добраться до больницы. Однако теперь улучшить состояние здоровья и восстановить работоспособность в максимально быстрые сроки станет намного-намного проще. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.